Слыхать там? Привет вам из Питера от Анатолия Хана. Кто знает Толю Хана? Он не смог идти с нами в автопробег. Проводит там серьезное мероприятие. Как-то называется типа что-то «Содружество беретов». Ночь беретов. В общем, там все. И краповые, и черные. Ну и, естественно, ВДВ. И от него песня, в основу которой лег случай первой героической потери в Афганистане в 89-м году, то есть в 79-м году. Боец, который встал и отдал свою жизнь за други своя. Смерть братана. Ни в сводках, ни в газетах не прочтешь про случай тот трагический в Афгане. Пусть есть дела важнее, ну так что ж, я сам вам расскажу про смерть братана. Пусть есть дела важнее, ну так что ж, я сам вам расскажу про смерть братана. Тогда в горах мы первыми должны были начать, тогда в горах роковую битву. Но командир решил наш подождать, чтобы они закончили молитву. Но командир решил наш подождать, как пока не закончили молитву. Как резаный. Как резанный тогда кричал мулла, не снова прося у неба что-то. Вдруг между криками «Алла-Алла» раздался стыл урок от пулемета. Вдруг между криками «Алла-Алла» раздался стыл урок от пулемета. И мы, чтобы братан, и сразу взвод ко мне прижался весь. Нас командир на смерть поднять боялся, и вдруг заговорил твой АКС, и ты навстречу гибели поднялся. Как вдруг заговорил твой АКС, и ты навстречу гибели поднялся. И мы, чтобы братана поддержать, стволы, как по команде, развернули. Но подлости духа не занимать, и сзади тебя пули захлестнули. Но подлости духа не занимать, и сзади тебя пули захлестнули. Такой ценой мы выиграли бой, в котором все должны были погибнуть. И уж не настанет день такой, когда тебе здесь памятник воздвигнут. И уж не настанет день такой, когда тебе здесь памятник воздвигнут. Так буду жраться я, не зная страх, и бить врага в расплату за братана. Ведь некогда мне ждать, когда Аллах душманы